С 2016 года во втором высотном корпусе Казанского федерального университета ежегодно проходит крупнейшее научно-популярное мероприятие, включающее в себя лекции от именитых спикеров, мастер-классы от приглашенных экспертов и интерактивные площадки от институтов КФУ. 26 октября открылась регистрация на сайте фестиваля. В этом году экспертами станут не только заслуженные профессора и преподаватели, но и талантливые молодые исследователи, выпускники и студенты КФУ, а также приглашенные спикеры. Про науку в КФУ – это научно-популярный проект, который пройдет в Казанском федеральном университете уже в 17-й раз. На самом деле у этого проекта большая история, и с каждым разом наша серия выводит нас на новый уровень, в том числе и благодаря спикерам, благодаря нашим коллегам-ученым, благодаря коллегам, которые создают атмосферу и интерактивы на площадках фестиваля. В числе тех, кто готов поделиться с гостями фестиваля своими знаниями, можно встретить сразу нескольких авторитетных спикеров Казанского федерального университета. Среди них директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов, который прочтет гостям лекцию «Третий глаз. Внутренние часы здоровья». Директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Дмитрий Чекрин, в свою очередь, поделится с гостями знаниями в области промышленной революции и античности. На самом деле, не менее ярких выступлений мы ждем, конечно, и от наших коллег из Казанского федерального университета. Будут выступать и проректоры, и директора института, причем на совершенно разные темы. Это от промышленности, IT, в том числе кибербезопасности. Так и мы узнаем от наших коллег, сколько же стоит на самом деле астероид. Я думаю, эту информацию нигде нельзя больше найти, кроме как придя к нам на пронауку уже в 17-й раз, которая на этот раз называется «Код ученый». Генеральными партнерами выступили Российское общество знания и телеканал «Наука», а главным организатором признан Казанский федеральный университет. Основным информационным партнером научного фестиваля «Пронаука» станет телеканал «Универ ТВ». В рамках фестиваля пройдет кастинг телеведущих, где принять участие может каждый. Главный приз – возможность стать не только постоянным ведущим ежедневных выпусков новостей, но и других научно-популярных программ телеканала. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, «Универ Новости».